Ух ты, какая муха полосатая. Буду тебя дрессировать. Кир, а что едят полосатые мухи? Учитывая твою несформировавшуюся картину мира, я предполагаю, что ты имеешь в виду то насекомое, что сидит в банке. Ага. Прежде всего, это не муха, а пчела. Пчелы питаются пыльцой и нектаром цветов. Это является частью важнейшего цикла опыления. А у тебя как раз есть цветочки. Пчела, фас. Это не еда, а важнейший эксперимент по озеленению пустыни. Вот инфузория. Пчела, к ноге. Готовы к апивации. Читловоза, что за посторонний запах больничной палаты? Это мои новые духи, аромат роз. Он мне так нравится. Дружок, моя пчела к тебе. Ну вообще, Роза, ты помогаешь мне дрессировать пчелу. Издеваешься? Она хочет меня ударить. Похоже, ей тоже понравились Возины духи. Выгоните ее кто-нибудь, а то я вообще не смогу отсюда выйти. Найди. Вот трусиха, пчела испугалась. Эй, ты чего? Отстань! Уйди ты! Пчел притягивает яркая одежда. Помогите! Фу, пчела, фу! Варина нам папа не разрешает насекомых заводить. А я сделаю вот так, и мне разрешат. Как меня это бесит. Сладко. Кстати, пчелы любят сладкое. Спокойно! Сейчас эта пчела у меня получит мухобойкой! Дружок, не надо! Вот тебе! Вот! А ну стой! Получай! На! Дружок, не надо ее пугать! Вот тебе! Вот она! Попалась! Тебе будет лучше на воле. Чтобы жить с барбоскинами, нужна особая дрессировка.